Привет, друзья! С вами профессор Досуга. И у меня для вас хорошая новость. Мы запускаем новый сериал. Программа «Минимум». Интриги, скандалы, разоблачения. Все, что скрыто во мраке неизвестности, теперь на канале «Профессор Досуга». И сегодня первая серия. Она называется «Винокур и Петросян». С 3 по 6 сентября в концертном зале фестивальный в Сочи проходит фестиваль-концерт «Юморина-2020». 4 дня на одной сцене звезды традиционного юмора. Винокур, Олешко, Аванесян, Гальцев, Ветров, Петросян, Цапик, Новикова, Воробей, братья Пономаренко, Альтов и Маменко, Медведева Наталья, Басков и Сосо. Собрали с отдыхающих последнее бабло. Но в пятницу вечером триумф суперкомиков был омрачен неожиданным происшествием. Во время концерта, прямо в тот момент, когда у микрофона оттачивал мастерство юмориста Евгений Петросян, вдруг началась экстренная эвакуация зрителей и артистов из зала. Прибывшая на место собака с полицейским ничего опасного не обнаружила. И после большого перерыва зрители вернулись в зал. Эксперты утверждают, что к происшествию причастны Винокур и Петросян, которые пошли на авантюру, чтобы спасти свою опустившуюся ниже плинтуса популярность. Наш специальный корреспондент побывал в концертном зале фестивальный, стараясь остаться незамеченным. Юмор и музыка часто дружат на эстраде. Что случилось? Загармированные. И вот вывели зрителей из зала. А мы стоим прям вот. Мы стоим рядом с залом. Говорит, ты следующий, сейчас я тебе беру. Для идиоток и для дур поет Владимир Винокур. Он говорит, не-не, у тебя нормально. Ты сам. Рифмач. Да. Зрители вообще в музыку запускают. Артистов. Сейчас артисты еще больше сейчас. Всех артистов тоже можно. По гримеркам ведем. Работаем в Нью-Йорке, работаем без антракта. Женя. Давай, иди на сцену. Хочется спросить, а у меня люди, как это было? Как это было?
Ну, хорошо, друзья. Пожалуйста, я думаю, на мой голос подтянутся люди с набережной. Мы продолжаем наш концерт. И, ну, прекрасно. Вообще, такие моменты, они запоминаются. Потому что фестивали, как страницы книги, перелистываются. А вот такое событие, оно никак не забудется. И вы наверняка придете домой и будете рассказать своим родным и близким, что это произошло весь с вами. Правильно, да? Ну, хорошо. Сочи, как настроение?